Раскрыли мошенницу сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью. Во время задержания у женщины изъяли почти 10 тысяч долларов США и травматический пистолет марки «Форд». В настоящее время жительница Одессы задержана по статье 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины «Сбыт поддельной валюты». Следствием устанавливается место изготовления поддельной валюты и личности людей, к этому причастных. Идет следствие. Мишель Арман, Думская ТВ.